Привет, меня зовут Оля, я работаю с менеджером в компании Euler. Я хочу вам рассказать о том, как мы обрабатываем отзывы. У нас средняя оценка на Google картах по всем автосервисам 4,7 из 5. Как мы добиваемся такого результата? Ведь не все пишут хорошие отзывы. Иногда мы плашаем. И вот, например, один из примеров. Нам написал Андрей Ермак о том, что он хотел к нам записаться на замену бензонасоса. Он к нам записался, приехал на сервис, и оказалось, что ему неправильно посчитали эту услугу. То есть ему по телефону сказали стоимость ниже, чем на самом деле эта услуга стоит. Естественно, Андрей отказался от обслуживания у нас на автосервисе, уехал недовольный и оставил нам отзыв на Google картах, за что мы ему благодарны, потому что мы можем решить эту проблему. Как мы это делаем? Во-первых, мы отвечаем в комментариях, всегда благодарим наших клиентов, потому что это дает нам шанс исправиться. Также мы спрашиваем номер телефона или номер чека для того, чтобы мы могли найти этого клиента и решить его проблему. В этом случае мы знаем, что Андрей Ермак оставил нам отзыв на автосервисе, который находится на Печерске. Соответственно, мы можем его передать руководителю для решения этого вопроса, что мы и делаем. Всем привет! Меня зовут Михаил Кутняк, и я руководитель сервиса Euler Печерск и Euler Демеевка. Недавно нам пришел отзыв от владельца автомобиля Ford Focus, на котором мы должны были произвести замену топливного насоса в баке. После того, как Ольга мне передала этот отзыв, я сразу же прослушал телефонный звонок нашей IP-телефонии и пообщался с менеджером, уточнил все нюансы по обслуживанию данного автомобиля. После того, как я собрал всю информацию, я немедленно созвонился с клиентом, уточнил информацию о обслуживании автомобиля клиента и принес свои извинения за произошедшую ситуацию. Есть маленькие детали, которые влияют на весь ход работы. Именно с этой проблемой мы и столкнулись. Для того, чтобы заменить топливный насос, нам было необходимо демонтировать топливный бак. К сожалению, увидеть именно эту деталь на схеме строения автомобиля было невозможным, из-за чего и произошла данная проблема. Сразу же после диалога с клиентом я провел короткое обучение для сотрудников компании, непосредственно для менеджеров. Благодаря данному обучению наши менеджеры будут знать, как правильно подбирать услуги по замене топливного насоса либо фильтра, и данную ошибку больше совершать не будут. После всех проведенных мероприятий клиент остается довольным, исправляет оценку. Вот, например, как и сделал это Андрей. Он нам написал, что после оставленного отзыва минут через 20 позвонил директор данного СТО. Оказывается, разговоры пишутся, и это хорошо. Извинился, пригласил на СТО сделать замену бензонасоса по той цене, которая была озвучена. Поговорили о ценах на запчасти, репутация для них важна, это факт. Приеду ли я к ним еще? Наверное, да. Вот такой путь проходит решение одного отзыва, потому что нам важен каждый клиент, и мы хотим, чтобы после нашего сервиса все оставались довольны, как Андрей Ермак.